Извините, я как раз собирался запереть дверь на ночь. Сдвинешься с места, и я вышибу тебе мозги. Я говорю, ты слушаешь, усёк? Сколько выходов из твоей церкви? 4. Начни запирать с этого. Если вы этого не вылечите, у вас будут серьезные проблемы. Слишком поздно. Я умираю. Сегодня я достану все скелеты. Я тебе обещаю. Бог всегда рядом, несмотря ни на что. Я в этом не уверен. Я наломал дров. Сообщу, когда закончу. Там тот, о ком ты мне не сказал? Та дверь, что я запер, была открыта. Почему ты смолчал? Ты держал пистолет. Нет! Еще один шаг, и я пробью дыру в твоем черепе. Выдумывай все, что хочешь. Меня не проведешь. Ее дергает за ниточки тот, кто намного сильнее ее. Она врет. Она продажная. Я ее разоблачил. Ты очередной кусок дерьма, стоящий у меня на пути. Я пришел не случайно, падре. Все люди хороши, только они заблудились. Не сваливай все на меня. Ты выбрал не того. Пошел ты! Последний шанс, падре! Что бы сегодня ни произошло, я скажу ему, что пытался. А ты что скажешь Богу?